Сейчас я подумаю, что же мне не нравится. Ну, я как пожелание бы сказал. Я же музыкант, вы же понимаете. Я бы, наверное, сделал бы обязательное музыкальное образование. Вот просто, знаете, как уроки физкультуры в школе, как уроки математики, я бы обязательно всех бы просто, вот не знаю, как называется, которые поступают в школу, чтобы обязательно там второй или третий урок, и после там третьей перемены люди шли, садятся и просто играли на фортепиано. Конечно же, чтобы больше было бы внимания к изобразительному искусству, но просто к гуманитариям. Потому что все-таки те люди, которые одаренные математически, алгебраически и так далее, то есть те люди, которые вундеркинды, они все равно придут к этому, они все равно будут, не знаю, делать Россию именно вот как на этих технологиях, я не могу сказать как, конечно же. Умнейшие люди, они обычно вот очень уперты в своих достижениях, но тем не менее я бы все-таки повысил общий образовательный уровень просто вот как обязательное искусство.